очередная карабулька, которая пришла раздавленная, конечно, после таможни, но тем не менее, которую мы очень сильно ждали. Тут должны быть переходники для DJI Osmo Pocket. Да, все правильно. Первый переходник, второй переходник и третий переходник. Для чего они нужны? Для того, чтобы очень быстро закрепить камеру на моноподе. Причем самое что интересное, можно выставить угол заранее, потом останется только лишь одеть сюда камеру и можно будет снимать. Пластик. Здесь есть две наклеечки рекламных и, соответственно, бумажечка. Для чего, куда это используется? В принципе, неплохая штука. Вот так одевается данное приспособление. Вот такие переходники существуют еще, которые вы можете докупить за отдельные денежки. Для лямки, для другой селфи-палки, заглушечку, которую можете поставить. Ну, в принципе, как-то так. Все ссылки будут в описании. Два переходника. Один будет постоянно здесь находиться. Один, я думаю, оставить, а один можно будет выставить на Авито и вернуть деньги за все три. В общем, как-то так. Всем, кому было интересно, заглядывайте в описание к этому видео. Там, скорее всего, будут и ссылки на Авито, и ссылки на китайского продавца. В общем, всем пока.